Привет, с вами Михалыч. Хочу вам показать свою баню. Это баня, которую я построил еще 20 лет назад. Она находится прямо в доме у меня. То есть пристройка к гаражу, а на втором этаже этого гаража у меня баня. Вот в данном случае это у меня бассейн, вот, который я сейчас хочу, конечно, реставрировать немножко, поскольку сделалось это достаточно топорно. В 90-е годы все это дело сделалось, когда ни материалов по пути не было, ничего. Да и денег не было особо, скажем так. Видите, тут покрашено по штукатурке. Все это дело уже тут обсыпается. Вот, не очень так хорошо смотрится все это дело. Полы. Также здесь вот, пожалуйста, у меня это душевое помещение. Вот. Это все вот в одной вот этой вот маленькой комнатушечке. Как многие говорят, что где мне эту баню делать? То есть места в бане занимает очень мало. Но да, обратите внимание, что вполне все комфортабельно и уютно. Вот смотрите. Вот. Бассейн небольшой сам по себе. Там чуть больше кубометра, полтора кубометра воды набирается всего-навсего. Достаточно, чтобы окунуться в ледяную воду и чувствовать себя хорошо. Здесь же вот вход в парилку. У нас вот она парилка, пожалуйста. Вот, смотрим, да, печка, это, в общем-то, продавали такие печи раньше. Единственное, что я тут немножечко подделал в ней, то есть опустил саму вот эту вот топку, чтобы положить камни уже для нагрева. Вытяжка из этой печки, здесь, естественно, все металлом обделано в районе, где горячие трубы идут. Все, и вытяжка. Там около, вот видите, кругленькое там пятнышко вот такое вот. Вот там, видите? Это вот из обычной консервной банки сделана затычка. То есть, покажу вытяжка. Вот, она делается так. Вот так, ясно, да? Это вполне достаточно, хорошо держит. Но, как сами видите, тут уже за 20 лет требует некоторого ремонта, поэтому сейчас вот я и буду заниматься этим моментом. Полки, все это дело надо будет почистить, где-то что-то заменить, какие-то досочки и прочее. Под полками я держу веники. О, видите, мне как раз вполне самое уютное для них место. Также температуру можно посмотреть, электрический датчик стоит у меня. Здесь вполне помещается хорошая парилочка для 6 человек. Вполне достаточно. Вот, опять-таки выходим сюда. Здесь я уже говорил, вам показывал. Это у нас бассейн получается. Здесь душ. Вот. И выходим сюда. Здесь у нас комната отдыха. Сейчас, конечно, еще раз говорю, здесь захламлено. Все это будем отдирать. Вот. Сниму все эти полочки заново. Здесь бар сделаю. Вот. Новую вагоночку положу. Смотрите, чем делалось. Вот все эти доски, это разбирались поддоны. Не было материалов в 90-е годы. Нигде ничего. Даже если и деньги были, купить было достаточно сложно. Ну вот видите, выходил таким положением. Вот. В свое время она, скажем так, отработала. Эта банька великолепно. Вот, очень хорошо себя зарекомендовала. Я вот решил ее обновить и будем продолжать дальше эксплуатировать. Здесь столик незатейливый, тоже самоделочка вот такая вот, все, видите, все как простенько. Сверху ламинированная фанера, вот, и сидухи, которые, в общем-то, поднимаются, и там можно что-то, как бы, необходимое хранить. Вот, пожалуй, и все. Если понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите, спрашивайте, что заинтересовало. Постараюсь ответить. Да, это вот система регулировки автоматического поддержания температуры. Тут все это дело у меня стоит. Вот такие вот пироги, ребят. Когда я отделаю все это дело, я вам обязательно покажу. Всего доброго.